Сегодня нам необходимо установить шкаф-купе, вот по этому дизайн-проекту. Мы купили на ОФК мебельной фурнитурной компании 4 вертикальных профиля «Симметрия». Профиль вертикальный мы купили длиной 5600 мм. Сейчас мы отрезали по высоте проема нашего минус 40 мм. Получилось 900 мм. Профиль засверлили через кондуктор. Диаметром сначала на 6, а потом на 10. Засверлили все профиля. Отрезали боковину на 450. Отрезали еще одну боковину и перегородку. И дальше пошли полочки. И мы их будем резать и заготавливать по размерам, указанным на чертеже, которые прилагаются к видеоролику. В комментариях есть ссылка, и там все размеры наших заготовок. Вот мы привезли зеркало из стеклореза. И так как у нас высота проема 2980, мы сделали вставки из ротанга, потому что зеркало 2750 стандарт.